Проезд в общественном транспорте подорожает в Актобе с 80 до 150 тенге, но только для тех, кто будет расплачиваться наличными. Для обладателей транспортных карт стоимость проезда останется прежней. Так называемый дифференцированный тариф в областном центре начнет действовать с 15 мая. Ею можно пользоваться, прикладывая к валидатору, либо мобильному валидатору. В каждом автобусе будет стационарный валидатор, а также мобильный валидатор. Мобильный валидатор будет у кондукторов на руках. По ней можно оплатить как с карточки, так и наличными деньгами. При оплате наличными деньгами выдается билет. При оплате карты билет не выдается. Специальная карта, с помощью которой можно оплачивать проезд, обойдется пассажирам в 450 тенге. Предусмотрено 4 вида таких карт. Школьная – для детей от 7 до 15 лет. Для них проезд будет стоить 40 тенге. Льготная – для пенсионеров. Они оплачивают 60 тенге. Социальная – для инвалидов первой и второй групп. Эта категория граждан ездит в автобусах бесплатно. И стандартная карта – для всех остальных горожан. Платить за проезд обладатели стандартных карт будут, как и сейчас, 80 тенге. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы сделать максимально прозрачным поток денежных средств. Переход к электронной системе оплаты за проезд позволит нам повысить сбор денежных средств, улучшить сервис пассажирских перевозок и точно определить поток пассажиров. Пока система только вводится, поэтому те, у кого не будет карт, до 15 мая смогут платить наличными 80 тенге, а после проезд таким пассажирам обойдется уже в 150 тенге. Действующий сейчас тариф городской маслихат утвердил в 2018 году. Тогда перевозчики на дополнительные средства, полученные после повышения стоимости проезда, планировали приобрести новые автобусы и ввести электронную систему оплаты. Но обещанного повышения качества обслуживания, говорят актюбинцы, они так и не дождались. Поэтому сомневаются и в предстоящих переменах. Я очень сомневаюсь в изменениях, потому что когда в первый раз поднимали проезд до 80, нам обещали чуть ли не с клятвами, что будут и чистые автобусы, и вежливые кондукторы, но по факту абсолютно ничего не изменится. Поэтому очень большие сомнения, что с поднятием цен что-то изменится. Я ездила все время, и каждый день я ездила на двух автобусах, и я не думаю, что будет что-то лучше. 150 тенге. Не знаю, автобусы как ходили, так и будут ходить. Ничего там не поменяется, мне кажется. Оплачивать проезд транспортной карты горожане смогут уже с 7 апреля. В 250 автобусах, курсирующих по городским улицам, сейчас устанавливают стационарные и переносные валидаторы. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актобе, Хабар 24.